Все начинается с любви. Моноспектакль под таким названием Максим Аверин представляет публике с 2012 года, каждый раз внося в программу новые элементы. В двухчасовом спектакле актер театра и кино прочтет стихи Роберта Рождественского, Давида Самойлова, Маяковского, Пастернака и Высоцкого, исполнит песни Вертинского, а также расскажет о закулисье фильмов и программ, в которых снимался. Как говорит о себе заслуженный артист России, его персонажи ничем не отличаются от настоящего Максима Аверина. Мы, главное, забываем о самом главном предназначение – это жить и любить. Вот. Поэтому этот спектакль для того, чтобы человек вернулся к самому себе. Этот спектакль я сам сделал для себя. Я там режиссер и жнец, и гнец, и дудец. Да. Потому что я очень хотел сделать такой спектакль, где я буду самовыражаться. Вот. Простите меня, пожалуйста, но я так хочу. Потому что мне необходимо это, чтобы каждый день я обновленный, вы другие, и я другой. И поэтому этот спектакль, как угодно назовите, исповедь, биография, монолог, диалог, как угодно. Но это то, что на сегодняшний день меня определяет как человека, как артиста, как мужчину, как человека.